Вот мы в Видзах. Видзы. Городок вон дальше, там собор виден. Тут такая инсталляция у них интересная. С видами города. А вот могила последнего руководителя восстания. Томаша Вовжецкого. Вот такая могила тут символическая. Последний керовник восстания 1794 года. Могила как раз на въезде. Я ее, кстати, долго видел на карте, но никак не мог найти в натуре. Она оказывается вот за сельским магазином. И вот тут такая инсталляция такая интересная. Сделана с любовью, я бы сказал. Стоят такие мольберты. На каждом какая-то картина интересная. Чувствуется, любят жители свой город. Правда, сейчас жара стоит. Повыгорало все не так красиво, когда цветочки были. Вот видно. Сейчас утро, 10 часов, уже жарко очень. Такая панорама тут. Машинки ездят с туристами. Популярный маршрут. Вот местный житель косить куда-то подался, наверное. И вот местные жители путешествуют из магазина. Для них это обычное явление. Стоят мольбертики. Да, не болит у нас. Вот. И вот она, могила последнего руководителя восстания Томаша Вовжецкого. Такая дорожка тут, это дорога на Браслов. Очень колоритная дорога. И вот одна из основных достопримечательностей Видзов. Собор вот этот открыт был как раз перед Первой мировой войной в 2014 году. Впечатляющее сооружение. Уже более 100 лет ему. Пережил две войны. Высота до верха башен 59 метров. Один из самых высоких костелов в Беларуси.